коробка с какашками, где будет срать потом кот, это, ну, фигня. Что здесь написано? Ла-ла-ла, дубль два. Что еще сказать? Еще внутри, подскажи, что там внутри. Опиши, что там внутри. Ниже, ниже тебя не видно. А может быть, камеру просто поднять? Нет? Испытателем, счетчиком, испытателем, который тебя смущает. Так, давай еще раз, этот что? Так, тебя не видно, сядь. Небольшая заминка. Давай про летчика-испытателя фразу скажи. Ну, как там она фраза звучала? Я не уж помню, что ли? А что не запоминаешь? И все. Что? Да. Ты толстокожий. Ну, положи вот на стол. Все, мне не знаю, что еще. Сопротивлялась, куда ее туда. Сама пусть залезет потом. Да. Говорят, это гаджет для кошек и собак. Я уже задолбался из-за этой фразы. Блять. Только не собак. А, да? Блин. Для кошек и собак. Откуда ты взял, что собак? У меня этот смех, это вот так вот возникает. Не знаю я. Нет у меня никаких чувств. Херня какая-то. Блядь, ну это вообще пиздец. Я поэтому я тебе говорю, я текст забываю. Вообще, что говорить?